Почему не работает? Не дают, Сатар. Семена избили. А Федор вчера плюнул и пешком ушел. А с тобой что? Малярия замучила. Салам алейкум, Вахо! За что ты избил парня? Скажи ему, что в следующий раз я его пристрелю на моем поле. Бож! Земля, как женщина, может принадлежать только одному человеку. Но это же наши друзья, Вахо! Они хотят провести по твоей земле канал и напоить твою землю водой. Не нужна мне вода. Мой хлеб и так растет. Но вода нужна хлопку. Ты же знаешь, что на этой земле должен расти хлопок. Твоим хлопком я не накормлю своих детей. Не выплачу колым за молодую жену. И запомни на всю жизнь, на этой земле мой дед, мой прадед сеяли хлеб. Эта земля полита их потом. И на ней никогда не будет расти хлопок. Никогда. Пока я жив. Разве вы не знаете, что здесь должен быть канал? Мы не будем рыть твой канал. И не надо. С гор идет 100 человек. Их ведет кузнец Акзан. Эти люди сказали, мы будем сеять хлопок. Мы будем рыть канал. Я сею в мою землю хлеб, которым кормлю своих детей. Уйди с дороги! Стой! Не становись на моем пути, Сатар! А что ты сделаешь? Держите его! Никому, никому из вас социализма не одолеть! Все равно здесь будет расти хлопчатник! Никогда! Никогда на моей земле не будет расти хлопчатник! Никогда! Бьете моего сына. Он не дает Вахобу пахать свою землю. Раньше я горевал, что у меня умерла жена, а теперь радуюсь. Она бы лишилась рассудка, если бы увидела, кого в муках породила, кого вскормила своей грудью. Шайтана! Отец! Не смейте так говорить! А ты не смей называть меня отцом, нечестивец! Ты продался неверным! Ты не мой сын! Ты не мусульманин! Я скорблю, что у меня больше нет сына! Никогда на моей земле не будет расти хлопок! Никогда! Уходи, нечестивец! И знай, что я проклинаю тебя! Не показывайся на глаза! Ты умер! Твоя вина, что я уйду из этой жизни, не оставив потомства. Отец, вы можете проклинать меня, но мы все равно завтра начнем рыть канал здесь. Сюда придет вода. Вы слышите?
Вы все слышите? Здесь все равно будет свисти хлопок. Вам плохо, Сатар Усманович? Так, чуть-чуть. Выпейте. А этот возьмете с собой. По 20 капель 3 раза в день. Угу. Вера, я хотел тебя спросить. Мой сын любит меня. Он вас боготворит. Он любит меня. Очень. А почему вы спрашиваете? Стар стал. Ты знаешь, мне стало не хватать чего-то. Сам не знаю чего. Мурат, когда учился, я не чувствовал его отсутствия. Я не чувствовал одиночества, даже когда умерла жена. Но вот приехали ко мне вы, и стало мне грустно. Дом любого дыханина открыт для меня, а своего дома у меня нет. У тебя надолго здесь работа? На все лето. Не менее 500 колхозников должны пройти обследование, и вы в том числе. А я не колхозник, я руководитель. Послушай, Вера, почему у меня нет внуков? Я не хочу. То есть как не хочешь? Сначала диссертация, потом дети. А Мурат что? А у Мурата не спрашивает. Моя жена со мной бы так не разговаривала. Уж это точно. Я иногда поражаюсь, Сатар Усманович, до чего Мурат не похож на вас. Ему так не хватает вашей твердости, вашего масштаба. Ну вот, с утра ты меня и бодрила. Я правда рад, что у моего сына такая умная, самостоятельная жена. А зачем это обследование? Хотелось бы установить связь между условиями работы колхозников и желудочно-кишечными заболеваниями. Мурада ты можешь и не спрашивать, но мне поверь, я буду хорошим дедом. Не сомневаюсь, даже с бородой. Сбрить невозможно. Шрамы от басмаческих сабель не красят. А хочется быть посимпатичнее. Даже деду. Ну, такими шрамами гордиться можно. А я и горжусь. Только на показ не выставляю. Доброе утро, хозяйка. Здрасте. Не скажешь, семена уже завезли? Угу. А можно посмотреть? Что за сорт?
32-54. Почему? А я откуда знаю? Привезли, значит. Когда привезли? Ой, да кто вы такой, наконец? С утра придут, наскандалят, настроение испортят. Тебя спрашивают, когда привезли? Сказала, не знаю. И вообще, приходите после обеда и у бригадира спрашивайте. Сейчас я найду бригадира и такой тебе скандал устрою. А, напугал. Я тут временно. Замуж выхожу, Ленинград переезжаю. Раис, райпотребсоюз скандалит. Они же рассчитывали на нас. Требуют возмещения убытков. А может быть, туда послать кого-нибудь? Это дело мы поручим Юсуфу. Хорошо. Поезжай к ним. Поговори по душам. Но прошу тебя быть повежливее. Я думаю, они нас поймут. Но райпотребсоюз грозит подать на нас в суд. Ха, смельчаки. Мы не частная лавочка. Кто из юристов может поехать? Акрамов? А, Свистун. Вернется Халилов, ему и поручим. Хорошо. С текущими вопросами все. Теперь о главном. Нам предлагают один научный эксперимент у нас в колхозе. Идею выдвинул молодой ученый. Встань, Умар, покажись народу. В общем, товарищи, таким образом. В этом году часть посевной площади мы не будем обрабатывать ядохимикатами с воздуха. Так как яд, кроме вредных, уничтожает еще и полезных насекомых. Кроме того, при обработке с воздуха неизбежно рассеивание, что приводит к отравлению воды, а через нее иногда людей и животных. 20 лет опыляем, никто пока не отравился. Именно. Пока. А урожай? Как? Правильно. В каждом эксперименте есть свой риск. Но судя... Чьи поля? Выбрали у реки. Бригады Саиды, Боба Шарафа и Кадыра. Так что никакой дрянью посыпать там не будете. А план нам уменьшит? Ты соображаешь, когда говоришь? Кто это тебе уменьшит план? В чем я провинилась, Сатар Усманович? Ведь урожай съедят без авиаобработки. В общем, так... Не сомневаюсь, что все мы стремимся к высотам передовой науки. И что мы как должно отнесемся к предложению молодого ученого. А съедят вредители урожай. Снимем Саиду с доски почета и переведем в бригаду отстающих. Ваше беспокойство излишне. Появятся отдельные очаги, обработаем химикатами с тракторов. Опрыскиватели используем. А где вы, интересно, возьмете столько этих самых опрыскивателей? Ты дашь. Я еле успел для сева подготовить тракторы. Дайте запчасти. Хашим, мне это надоело. Раис, когда меня просят подготовить плов для почетных гостей, я прошу рис. И никто не удивляется и не кричит. А когда же я прошу запчасти для ремонта тракторов? Меня же собираются гнать. Нет, вы посмотрите на него. Развалился на диване, как мешок с рисом, и хоть бы что. Нет, я сижу не от отсутствия уважения к нашему правлению, а чтобы не возбуждать недовольство зрелищем своей полноты. Пора тебя на диету посадить. Я нужен тебе? Да. Тогда подожди, мы скоро закончим. Но я хочу говорить сейчас. И при этих людях. У них тоже есть дети, которые пойдут учиться. Вот вы, мой отец. Твердили мне, учись, учись, науки облагораживают. Вы проверяли мой дневник. А день моего отъезда в Москву, в университет, был семейным торжеством. Да. Теперь я читаю по латыни, знаю физику и философию, биологию и ботанику. Да я один. Теперь знаю про хлопок столько же, сколько вы, товарищи, все вместе взятые. Муратжон, что с тобой? Погоди, Саида. Спасибо, что не выгоняете. Я хочу понять тебя. Еще не ясно? Я вырастил сорт. Мой сорт оказался лучше, чем все, что вы сеяли на землях вашего колхоза. Опытный посев дал прекрасные результаты. Вы поздравляли меня, обнимали. Но скажите правду, ведь вы уже знали, что опять будете сеять все тот же старый сорт.
спасибо. А я-то слепец, уши развесил. Лучше бы я эти 20 лет возил навоз на поля. Больше было бы пользы. Неужели вам нужен сын кандидат наук? Как вам нужна самая большая в районе школа? Как самый роскошный в республике дворец культуры? У тебя все? Нет еще. Пока хватит. У меня слабость к детям. Я позволяю своему сыну говорить вместо того, чтобы заставить его слушать. А я скажу так. Я горжусь нашим дворцом культуры. Это шедевр народного творчества. И разве нужно стыдиться, что мой сын, такой образованный, ученый человек, вывел хороший сорт хлопчатника? Хороший сорт? Молодец, Мурат. Но твой сорт не такой урожайный, как И-3254. Промышленности он нужен, по качеству он выше. Ты прав, Мурат. И может быть, какой-нибудь колхоз посеет твой сорт. Но не мы. Почему? Вы опять решили перевыполнить план? Я всегда говорил, что у тебя светлая голова. Не понимаю. Я или какой-нибудь другой ученый тратим десяток лет и выводим сорт, который позарез нужен государству. Но вы его отпихиваете и сеете старый. Ради доски почета, орденов, процентов плана. Вы знаете, сколько ученых работает сейчас в селекции? Зачем же мы работаем? Это ваше дело. План нам дает государство. Тогда не только я работаю впустую. Я ученый, но и вы. И ты осмеливаешься бросить такие слова в лицо людям, которые с утра до ночи не разгибают спины. Сегодня мало самоотверженно трудиться. Нужно научно планировать свой труд. Да оглянитесь вокруг себя. Сегодня улетает в космос ракета, а уже известно, где она будет лететь через 2 года и 7 суток. Люди измеряют расстояние между 2 ядрами атома где-то в темной бесконечности материи. А мы с вами сидим в этой душной комнате, смотрим друг на друга и разводим руками. Вот вы говорите об уважении к науке. Но ведь цифра — это не священный идол. Разве это научно брать обязательства, которые вы это знаете заранее, можно перескочить? Кого вы обманываете? Мы никого не обманываем, никогда. Раис, что он говорит? Он с ума сошел. Может, нам уйти? Оставайтесь. Может быть, кто-нибудь ответит моему сыну? Я не знаю. У меня все слова вылетели из головы. Ты оскорбил своего отца. За это тебя накажут небеса. Но за что? За что ты перечеркнул всю мою жизнь? Его. Его. Ее. Ты когда-нибудь поднимался с теплой постели перед восходом солнца? Когда спину ловит, руки кровоточат. Ты пришел к людям, для которых одно святое – выращивать хлопок. Стал их учить. Я получила этот орден, когда я была еще девчонкой. Я родила 3 детей. А по-настоящему увидела их первый раз, когда они своими ножками пришли ко мне на поле, чтобы помогать собрать хлопок. И они понимали, почему они это делают. Это было войну. Все это было, было, Саида. Но нельзя же всю жизнь как на войне. Мы можем, наконец, задуматься, почему наш труд не всегда творческое наслаждение. Хватит! Если ты считаешь себя правым, будь мужчиной. Иди к министру, к секретарю райкома. Докажи им, что качество важнее, чем количество. Борись со мной. Перегрызи мне глотку. Я буду только рад. А теперь... покинь нас. Я разрешаю.
не гони так. Через час рабочий день кончается. Тебе куда нужно успеть? Мне? По-моему, тебе надо успеть. Нет, мне не надо. Зачем же мы едем в город? Я хочу домой, в свою квартиру. Открыть окно, включить проигрыватель, обнять тебя крепко. Для этого ты вытащил меня из клиники. Разве этого мало? А что ты теперь собираешься делать? Надеюсь, ты мне подскажешь. Ты замечательный человек, Мурат. Ты еще ни разу не последовал ни одному моему совету. Просто как по той пословице. Мурат, если ты не хочешь помириться с отцом, уговорить его, ты должен его заставить. Заставить Сафарова? То есть по-своему прав. Он думает о своем колхозе, о людях, которые работают, для которых он бог. Он не хочет рисковать. Ты что, улыбаешься? Ты стал хорошо понимать всех, кто тебе мешает. Ты стал прощать всех, кто тебя обманул. Не понимаю, почему ты так спокоен. Спокоен? Я должна тебе признаться. Я знала, что отец не будет сеять твой сорт. Как? Я знала об этом еще до нашей поездки в Москву, но решила не вмешиваться. Меня давно раздражает твоя детская вера, что все получается само собой. Я решила посмотреть, как ты поступишь, когда узнаешь. Может быть, это и жестоко, но я так решила. Значит, проводишь испытания на мужественность? Пойми же, наконец, я перестала тебя уважать, Мурат. Мне надоели твои стариковские жалобы на суетность мира, на непорядочность коллег. Тут ничего удивительного нет. Мне скучно от твоей любви, Мурат. Ничего, все будет хорошо. Мурат, дорогой, поедем обратно. Я почти уверена, что отец страдает, и ты уговоришь его. С отцом мне говорить не о чем. Тогда я поеду одна. Мне завтра рано в клинику. Вера, я люблю тебя. Но мне этого мало, Мурат. Сейчас наступил такой момент, когда надо что-то решить. Ты смеешься над моей наивностью, а я просто хочу... Хочу обрести тебя снова таким, каким ты был, когда мы познакомились. Ты не поедешь? Нет. Тогда привет. Пиши, звони. Ну что, добился? Напугал, наскандалил, оскорбил отца людей. Подумай, сорт не сеют. Я пришел к вам за советом. Ты иди сейчас же извинись перед всеми. И в первую очередь перед отцом. Садись за диссертацию. А лучше всего берись за работу и выясни селекционные возможности. Танечка! Если я говорю, что нужно повысить температуру для проращивания семян сорт 799, то это нужно делать немедленно! Сейчас! А не после маникюра! Я решил не защищать диссертацию. Что? Решил не защищать диссертацию. Ха. Ты кого наказать хочешь? Хорошо. Идем к министру. Сейчас такой скандал устроим. Да не хочу я. Это не выход. Это не путь. Ведь если колхозник не берет нового сорта, значит, это ему невыгодно. А ведь он должен вырывать новые сорта из наших рук.
Вы ученый с мировым именем. За 50 лет вывели не больше 100 сортов. А сколько из них пошли на поля? Нищенская цифра. Ну что же, видимо, на больше я не способен. Простите, я не хотел вас обидеть. Я не обиделся, Мурат. Селекционер должен отбросить честолюбие, забыть про славу, карьеру. Если хочешь, он должен быть фанатиком. Я с 20-го года носил с идеей тонковолокнистого хлопка. Не забудь, тогда не было никаких семян, абсолютно никаких. Куда я только не писал. Только в 27-м году прислали. Вот столько. И только через 5 лет я добился первого приличного результата. А задача заключалась в том, чтобы одеть всех людей. Да. Всю страну. У меня нет времени, профессор. Нельзя в 20 веке, как алхимику, сидеть среди этих склянок. Бродить в потемках, гадать на опытном участке, получится или не получится новый сорт. Я не представляю, как ты теперь будешь работать. Ведь это мучение, если не веришь. Что вы на меня так смотрите? Тебе нужно бросить профессию селекционера. Ты можешь разобрать винтовку, Мурат? Нет. А я могу. С закрытыми глазами. Ты знаешь, я один из своих сортов защищал с винтовкой в руках. Кстати, вместе с твоим отцом. В 31-м году вывел я один сорт и для пробы засеял его на том же поле у твоего отца. Чрезвычайно важно было узнать, как сорт приживется. Весна была дружная, и лето обещало быть хорошим. И тут началось. И ты уезжаешь, Абдулов? Прости, Раис. Неужели ты тоже боишься Ибрагимбек? Да ведь красноармеец прикончит его через несколько дней. Вот и хорошо. Тогда спокойно вернусь домой. Прощайте. Время неспокойное. Урожай некому убирать. Ха! Ты посмотри, какой хлопок, а? Посмотри, я просто поверить не могу. Посмотри. Посмотри, какой красавец. Басмачи. Где? Где? Уже в Узуне. Жгут. Учителей режут. Так. Вам и товарищем Щеков надо скрыться. Куда? Да вы что? Здесь мой хлопок, мой сорт, которого я добивал 7 лет. Я с этого поля никуда не уйду. Дайте мне винтовку. Винтовку? Ну что ж, посмотрим. Ведь все-таки лучше уехать. Я с места не двинусь. Садар, ну ты посмотри, это же не хлопок, это же чистый шелк. Ну ладно, идемте в сельсовет, там все обсудим. Может быть, они все-таки не придут? Три часа ночи. Вполне возможно, что они пошли по дороге на Уелы. Тогда пройдут стороной. Машина из города должна прийти завтра, не раньше полудня. Да, кстати. Если вы выберетесь, все-таки пойдите к наркому. А, обязательно. Скажите, невозможно без людей. Сельсовет я. Исполком я. Прокурор я, райком партии я. Теперь Абдулло уехал.
И милиционер тоже я. Ну что? Все спокойно. Нет, так ждать невозможно. А что делать? Сообщить, телеграфировать, идти куда-нибудь. Пешком в Сталинабад. Как раз по пути они тебя и встретят. Нет. Невозможно. Это невозможно. Послушайте, вы, ну, вы кто такой, а? Как ваша фамилия? Вы что, не знаете? Я ваш помощник. Моя фамилия Петух. Так вот, я вас не знаю, не знаю и знать не хочу. Салам алейкум, хозяин. Какой товар есть, а? Хорошего нет. Я хочу сказать, что вы все дураки, а не купцы. Нам нужны халаты, у тебя зубные щетки. Нам нужен сахар, у тебя зубной порошок. Нам нужен рис, а у тебя пуговицы со звездами. Не знал, дурак, чего запасать. Повесить его! Не ты решаешь! Что, почтенная женщина, ты скажешь про этого человека, а? Я видела, как мои внуки умирали от голода. Этот человек обманывал всех. Он вор! Расстрелять! Пощадите! Развяжите его. Ничего. Он? Да, да. Значит, это ты? А хлопки знаешь больше, чем наши старики. Да, я. Молодой. Ну, мудрец, расскажи нам, какой урожай в этом году будут собирать неверные на наших землях? А зачем тебе? Мои друзья-англичане хотели бы знать, много ли египетского хлопка будет покупать ваша власть за границей, чтобы вовремя поднять цену? Передай своим друзьям, что они разорятся. Урожай у нас будет большой. Мы теперь от них не зависим, сами оденем свою страну. Он говорит правду? Я не знаю. Все сводки у него в портфеле. Куда ты спрятал бумаги? Жёг. Бряша! Ты должен отправить в Москву. Я же все равно тебе не скажу. Это мы еще посмотрим. Ты можешь убить меня, Курбаши. Но один приличный сорт я уже успел вывести. Вот посмотри. Вон там поля, вокруг тутового дерева. Это настоящий египетский хлопок. Нет, нет. На моей земле не будет хлопка. Даже если вы сожжете его, то в будущем году здесь снова посадят. Мой сорт. Я могу умереть спокойно. Мы тебя убивать не будем. Мы убьем его. Но если ты скажешь, где зарыты ценные бумаги, мы его пощадим. Ну, выбирай. Тогда мы его расстреляем. Только дайте, это сделаю я.
А ты изменник, Малис? Я не верю в Аллаха, Курбаши. Мать, ты этого человека знаешь лучше нас. Суди его. Мы приехали сюда, на новую землю. Нас везли арбами. Мы рыли землю, падали в нее и умирали. Что привело нас сюда, не пойму. Шайтаны, мать, шайтаны. Ну, Геор, скажи, где твои бумаги? Махоп, что прикажешь? Расстреляй его. Да, да. Но, Сатар, кто у кого стоит на пути? Помнишь мой бедный Амач? Мою бедную землю? Помню. И ты ее не забудешь. Подведите его ко мне. Подойди ближе. Посмотри мне в глаза. Этот человек невиновен. Этого человека я знаю. Он никого не обманывал. И не имеет ничего, кроме спины, которую всегда подставлял первый. Хорошо, мать. Пусть будет по-твоему. Уведите его. Курбаши, как же так? Это мой кровный враг. Слово этой женщины – мудрое слово, Вахоп. Мы не будем его убивать. Пока. Тогда отдайте мне этого Геура, который опозорил мою землю своим проклятым хлопком. Нет, Вахоп, этот русский слишком много знает. Мы возьмем его с собой. А ты можешь сжечь весь хлопок на своей земле. Нет, нет, я расстреляю этот проклятый хлопок. Я его убью. Будь проклят этот хлопок. Будь проклят. Будь проклят этот хлопок. Будь проклята эта земля. А тут ворвались наши из Курбаши. Было кончено. Акзам сумел предупредить. Вот так. Но знаешь, что интересно? Хлопок-то оказался подвержен корневой гнили. Но все-таки приятно иметь возможность стрелять в своих оппонентов, особенно когда знаешь, что твоя научная идея истинна. А то что вот эти? Всю жизнь поливали друг друга грязью, поносили, норовили утопить. А теперь почет, слава, лысины. А жизнь позади. Хочешь яблок? Нет. Ешь, ешь. Оно червивое. А что, меня только червивыми можно теперь кормить? Чудак. Я сам только червивый ем. Если червь ел, значит, оно самое спелое. Червяк в зеленое яблоко не вползет. Он выберет, которое послаще. А вы Мураду не звонили? Ты мне о нем не смей говорить. Все. Мне Сатару Сафарову родной сын при всех заявляет, что я ничего не понимаю в хлопке. Теперь надо мной люди смеются. Но никто над вами не смеется. Молчи. Смеются, говорю. Это я не знаю хлопки. Да я знаю о нем все, как мать о ребенке. Я растил его под пулями, под дождями, в засуху. Я охранял его с винтовкой. Мы вместе росли. Все мои раны хлопок, все мои награды хлопок. Ты у людей спроси, кто лучше знает о хлопке, чем я. Вам не стоит так волноваться. Что это? Жилищные условия. Все отказали. Так мне больная базедовой болезнью теща сказала, иди к моему другу Сатару. Пошел вон. Как же так? Вот так. Но вы же депутат. Депутат в поле не принимает.
Скажи это своей здоровой, как кабан тёще. Запишись, как все, на прием. Замучают попрошайки. Я звонила в город. Мурат отказался закончить работу и защищать диссертацию. Ну и хорошо. Так ему и надо. Теперь ты понимаешь, что он за человек? Это же назло. Думает, что мы с тобой здесь плакать будем. А мне наплевать. Почему же он так решил? Я думаю, он сомневается в полезности своего труда. Да. Наше поколение права на сомнения не имело. Было просто. Кто не борется за хлопок, вон из партии. Просто, но жестоко. Ваше счастье. Живете вы в мягкое время. Счастье. В вашем поколении было меньше слабых людей, чем в нашем. Эх, дочка. Бывало, от страха становишься смельчаком. А может, это признак силы и мужества сомнения? Нет. Павки Корчагина есть в каждом поколении. Он у меня парень работает. Энтомолог. Проводит эксперимент государственного значения. 600 гектаров. Все эти поля в этом году не обрабатываем с воздуха ядохимикатами, чтобы не отравить окружающие среды. У соседей, видишь, вылетают, опыляют. А все воробьи от них к нам перелетели, вредители клюют. Мальчишка, 25 лет. Осенью диссертацию защитит. Вот это ученый. Если б ты видела, с какой страстью он свое дело защищает, как со мной ругается. Смотрю на него, думаю. Жаль, Мурат не такой. Я бы с таким сыном горы перевернул. Ведь он способный, Мурат. Он талантлив. Вера, ты должна поехать к нему. Уговорить не бросать диссертацию. Ты можешь на него повлиять. У меня много работы, нет времени. Ты его разлюбила. Нет, я люблю его, но не хочу быть нянькой. Я не для того выходила замуж. Вы говорите, сильная, самостоятельная. А я хочу быть слабой, Сатар Усманович. Я женщина. Мне хочется подчиниться. Мне хочется иметь спину, за которую иногда спрятаться. Мне очень тяжело сейчас. Разлюбила, разлюбила. Мне будет больно, когда вы разведетесь. Ну ладно, хватит. О, вот они. В халате это и есть Умар. Уезжай отсюда. Ты меня понял? Добром уезжай. И урожай свой забери. Уберите банку. Забирай свой урожай. Слышите, уберите сейчас же. В чем дело? А ну-ка. Отпусти его. Председатель, вызывайте самолеты. Вон у соседей уже летают. А мы все ждем. Такой урожай вредители покупают. Но ведь мы же договорились, Сатар Русманович. Это же эксперимент. Вот где мне твой эксперимент. А я вам на сегодня повторные анализы назначила. Ах, некогда мне, Верочка. Смотри, урожай гибнет. Самолетов не будет, Саида. Про энтомологию слыхала? Экспериментом Академия интересуется. А хлопком она уже не интересуется. Саида, я пока по-хорошему. Сатар Русманович, вы меня хоть послушайте. Саиде Азизовне надо в поликлинику. Да что это такое? Кругом ученый. В больницу ходи. Урожай съели, молчи. А какой урожай обещался? Я думала, будем первые в районе. Смотри, Раис! Со 100 кустов собрали. Провокаторы! 300 кустов обшарили. С самого утра лазили. Вредители. Это я вредитель? Тебя еще на свете не было. А я уже знал, когда хлопчатник сеять. Когда опылять? Чем опылять? Я вредитель? Я вредитель? Я тебе покажу, вредитель! Ах ты! Как тебе покажу! Говорить не можешь, что мне делаешь? Я хожу, говорю. Салам алейкум, председатель. Вот друзей из Болгарии привез к вам в гости. Салам. Добрый день, добрый день. У нас белое золото. Нашето бяло злато. А это хозяин здешних мест, гордость республики. А это истопанинец, когото се гордее републиките. А это наша Саида, знаменитый бригадир. Саида, знаменит
Бригадир. Это молодой ученый Умар. Младет не учен. О, Умар. Кого я вижу? Верочка. Замечательный врач. Вера. Жена моего друга. Отличен лекарь. С ним когда-то мы вместе учились, но потом наши пути разошлись. Он в науку, а я вот практиком стал. Сулейман. Да? Я хотела с тобой о Мураде поговорить. Прости, но я два дня буду очень занят. Я думаю, что у нас, как и в вашей стране, жены всегда найдут о чем спросить приятелей своих мужей. Ну, что же касается Хлопка, то о нем все нам расскажет Саида. Нет, Саиде надо срочно идти в поликлинику. Нет, в поликлинику должен пойти наш молодой ученый. Очень срочно нужно. Слушай, да не беда им от някои совещания, да им попречем. Любомир сказал, видимо, попали на какое-то совещание. Мешаем? Нет, нет. Смотрите, смотрите. Для гостей. Вот к вам приехали немножко подышать свежим воздухом. Ну и осмотреть ваши хлопковые поля. Угу. Если можно. Ну что? Трудно. Иногда думаешь, пулемет бы поставить, чтобы этой Саиды духу здесь не было. Сразу и пулемет. Дать ей волю, она давно бы самолеты вызвала. Только на вас надеюсь. Ты правильно делаешь. Я в юности тоже был таким горячим, как ты. Ничего, все будет в порядке. Конечно. Я от своего не отступлю. Ишь ты. Тебя бы в мой эскадрон. Весна возвестили травы, йор-йор-йор. Побегами все полно, йор-йор-йор. Возникнут желания, йор-йор-йор. Трать их на розы и на вино, йор-йор-йор. Раис, у нас все 58-е размеры, а гости как назло. Все щуплые, кожа да кости. А ты по одному халату на два человека. По одному халату на два человека? Пропуск. Потом покажу. Тимофеев, старший научный сотрудник. А почему у того товарища не проверили? Все равно он выходит мимо меня. Если он вынесет великую мудрость, то я этого не увижу. А если он несет чертежный стол, то я остановлю его. Курить у тебя есть? Нет. Чего не заходишь? Дела? И много. Позарез. Репетиции капустника, соревнования в пинг-понг, сбор средств к юбилею Тимофеева. Смотри, не переработай. Как Вера. А ты что, по ней скучаешь? Тебя одного чаще, чем раз в неделю, трудно воспринимать. Слушай, есть одна идея. Опять? Свою дверь никак найти не можешь? Двери мудрости? Мне твои поиски вот где. С жиру бесишься. Жареный петух тебя еще в одно место не клевал. Отказаться от диссертации. Надоело. Я к тебе за другим пришел. Будешь слушать? Говори. Помнишь, мы говорили, что в каждой науке ровно столько истины, сколько в ней математики. Это не мы, это Кант говорил. Тем более, я с ним согласен. Селекционеры сидят в глубоком 20 веке. Нам не хватает математики. Так вот что. Если при помощи твоей ЭВМ проанализировать все свойства хлопчатника как биологического вида, если собрать все то, что знают о хлопчатнике не только чистые селекционеры, но и химики, хлопкоробы, текстильщики, но... и весь этот материал засунуть в твою бандуру, вывести математически наиболее общие законы формирования сорта, понять механику. Бред. Да? Абсолютный бред. Машина не всеведущий бог. Она сама не считает. Ей надо составить программу. Математики с экономистами еще не могут общего языка найти. А уж с вами... Надо искать. Кто-то должен быть первым. В академике торопишься. Не кратчайший путь выбрал. Прокопаешься тут в потемках лет 7. Да хоть 10. Зато скольких селекционеров избавим от сотен лет блужданий в потемках. А возможности?
заранее программировать любое качество сорта, под любую почву, любой климат. Селекция 21 века. Фантастика. Вот именно. Бред. Делом надо заниматься, делом. Я почему-то вспомнил, как мы с тобой однажды решили прогулять лекции и смотались на озеро. С нами Сулейман увязался. Ну? Там тихо было, и деревья стояли. И мы говорили, что мы умрем, они также стоять будут. На горячих досках валялись. Я локоть занозил. Там еще старый пес спал в тени. Он во сне ногами перебирал. Наверное, ему погоня снилась. Да слез хохотали. Помнишь? Нет. Я помню, такая уверенность у нас была. Такая сила. Только б диплом получить, а там мир перевернем. Чувствовали себя гениями. Между прочим, в тебе были зачатки гениального математика. Пошли обедать. Что же мешает нам? Ведь в наших руках все. Лаборатории, доверие, вся наука. Тебе мешает ложное самолюбие, а мне... Что? Я профессиональный неудачник, и скоро... Ты врешь! Ты профессиональный бездельник! Я помню, как ты с гордостью развивал свою теорию активной пассивности. Вот уже 3 года, как ты не прикоснулся к науке. Даже твою стенгазету за тебя делают твои поклонницы. Думаешь, я не знаю? И сказать, почему ты так отбиваешься от моей идеи? Ты боишься, Тимур. Ты боишься, что я попрошу у тебя помощи, и у тебя не получится, потому что ты разучился. И не подумаю помогать. Отпусти. Я реальный человек. А я тебя и не буду просить. Привет тебе. Пока. Смотри, в своих поисках не ошибись дверью. Теперь показывай свой пропуск. Что выносишь, сынок? Я здесь все оставил, дедушка. Даже надежды. Сафаров Мурат. Сафаров? Ты не родственник Саттару? Сын. Да я твоего отца знаю как родного брата. Мы ведь с ним здесь все начинали. Что? Да вот это. Это все. Эту жизнь. Садись. И хлопок. И хлопок. С этого и началось. 40 лет хлопок сеял. А теперь сын сюда меня вызвал, в город. За внуками следить. Сын у меня летчик. А что это такое, хлопок? Сразу не расскажешь. Говорю, хлопок это все. Люди из-за него убивали друг друга. Но и жили ради него. Однако... Главное для хлопка – вода. Земля держится на быке, бык лежит на слоне. Дедушка, земля круглая. Да, знаю, знаю, но так красивее. Ну, не перебивай, не перебивай. Значит, бык на слоне, слон стоит на рыбе, а рыба плавает в воде. Уйдет вода, вся жизнь прекратится на земле. И начали мы с того, что стали рыть канал. Не жарко сидеть? Идите сюда, здесь прохладней. Ты сначала накорми нас. Мы не комсомольцы голодными работаем. Я даже у бая бесплатно не потрачил. Ну давай сиди. Им легче 2 дня болтать языками, чем час махать кипнем. Они правы. Хлеба не сушат 2 дня. Ты бы сам отдохнул. Хлеб! Нельзя же так. А здесь хлеб везет! Хлеб везут! На этой земле никогда не вырастет хлопок. Это я, Вахоп. Люди, вы знали Азиза. Вы знаете меня. Я проклят отцом. У меня никого нет.
Никого, кроме вас! Если мы завтра к утру не закончим канал, уйдет весна, мы не успеем посеять хлопок. Я клянусь вам, что завтра привезу вам хлеб. Кто верит мне, пойдет со мной работать. Остановись, Анжап. Дай. Не мешай. Остановись, Акзан. Это безумие. Только наше безумие может победить их без различия. Саттар. Саттар, вставай. Надо ехать. Мы едем в город. Скажем, что можно пускать воду по нашему каналу. И привезем хлеб. Равшан! Здесь я! Остаешься за старшего? Обед! Да ладно. Салам алейкум. Канал уже готов. Ну и что? Как что? Давай воду. Быстро какое. А вы заявку давали? Какую заявку? Мухтар, посмотри заявку. От них заявки не было. Значит, и воды не будет. Как не будет? Да. Товарищи, мы же 2 месяца работали. Мы не знали про заявку. Я прошу тебя, дай воду. Я очень тебя прошу. А что ты меня просишь? Я же не хан какой-нибудь, чтоб тебе подачки давать. А вот за хулиганство будете отвечать. Дверь заперта. Давай воду. Вас арестуют. А мне плевать. Пиши бумагу. Пиши, пиши. Меня 150 человек ждут. Они верят мне. Я для них советская власть. Пиши бумагу, иначе пристрелю, как муху. Мухтар, дай печать. Вода пошла, вода. Идет вода. Так сюда. Вот, сынок. А потом пришел Ямщиков. Он сейчас академик. И стали мы сеять хлопчатник. Так что вода, сынок, это главное. Главное, но не самое главное. А что же самое? Как тебе объяснить? Человек и земля у него под ногами, и небо над его головой, все едино. Человек и то, что он растит, тоже едино. Хороший человек не может вырастить дурной плод. Вот что главное. Салон. Салон.
Слушай, Сулейман, кто лучше знает хлопковое дело? Ты или я? Вы, Сатар Усманович. Так почему я к тебе должен ехать? А дело отрываться? Клянчить какие-то самолеты? Почему? Разве я сам не могу решить, нужно производить обработку полей химикатами или не нужно? Что я мальчик? Или совсем из ума выжил? Меня надо проверять? Когда вы дали согласие провести эксперимент, вас предупредили, что обработки яда химикатами с воздуха на этих полях не будет. Дай самолеты. Не дам. А ты знаешь, что у меня на других полях появились гусеницы хлопковой совки? Ты понимаешь, чем это пахнет. Поэтому на экспериментальных полях мне тоже нужен гарантированный урожай. Саида. Вот. Я сама собрала на этих полях. Я не дам вам самолеты. Саида, выйди. Ты меня осенью из партии погонишь, если я не выполню план. Я не погоню. Так нас двоих погонят. Вдвоем мы отобьемся. А самолетов я вам не дам. Так что ж получается? Я Сатар Сафаров в своем колхозе не хозяин? Тогда снимайте к черту! Люди надо мной смеются. Не могу авиацию вызвать. Сулейман, да шайтан с ним, с этим экспериментом. Если мы с тобой выполним план, нас еще поблагодарят. Сам знаешь, какой год. Победители не судят. Да поймите, Сатар Усманович, вы сорвете эксперимент, нужный всей хлопководческой системе страны. Вы об этом подумали? Ты можешь волевое решение принять. Ну все. Считайте, я его уже принял. Смотри, Сулейман. Смотри. С тех полей начнем. Да, правильно. Вы можете вырвать у этой земли еще один урожай. Но только для рекорда. Для доски почета. Ты не кипятись. Садись с нами. Чаю попей. Земля – это жизнь со своими законами. Если вы сейчас начнете обработку химикатами, процесс возрождения равновесия в почве, который с таким трудом начался на экспериментальных полях, прекратится. Погибнут не только вредители хлопчатника, но и те организмы, которые борются с ними. Ты все это рассказывал. Да, я вынужден вас уговаривать, потому что вы не даете мне до конца довести мой эксперимент этой обработкой самолетами. Ну, пошли. Давайте. Я уважаю тебя и твою науку, поверь. Наш эксперимент мне также дорог. Но интересы государства... Я не дам вам взлететь. Хлопок горит, такого жаркого лета не было у нас. Я не дам вам взлететь. Отойди, Тинта. Я не дам. В следующем году проведем твой эксперимент. Я уйду. Вызовите милицию, что ли? Как вы до сих пор не поняли, что человек и земля едины? Если вы не будете уважать ее законов, она вам будет мстить. Это будет страшная месть. Здравствуй, старина. Привет. Привет. Это мистика, ребята. Я только что думал о вас. Вот только что.
Что, у вас еще дела есть? Ах, черту дела, я домой. Ребята, поехали ко мне, а? А может, ко мне? Ну, тогда на улицу Хаяма. А я что, рыжий, что ли? Нет уж, тогда и я с вами. Поехали. Нет на свете радости сильней, чем лицезрение близких и друзей. Ха. У него дом полная чаша. Да, без жены этот человек не имеет смысла. Ого, ты общественные интересы ставишь выше личных. Тимур, сколько мы с тобой не виделись? Я с тобой виделся год тому назад на похоронах Мухаметкулова. Ты речь держал, так что вряд ли ты меня видел. Я стоял в толпе. Хотел помахать, да неудобно было. Я недели полторы назад с Верой виделся. Да? Да как-то по-дурацки вышло. Болгарские друзья приезжали, я замотался. Она, наверное, обиделась. Как у них теперь с Мурадом? Ну, мы тут пытались вспомнить, сколько лет не виделись. Да, на меня многие в обиде. Не звонит, не пишет. Зазнался. А я не обижаюсь. Как подумать, мне бы твои заботы. Надырова недавно встретил. Не поздоровался. А действительно, времени нет. В кино, когда в последний раз был, не помню. Понятное дело. Я удивляюсь, как ты сегодня время выкроил. А мог бы поужинать с нужными людьми. Ну, с чего ты привязался, а? Признавайся, сладкое бремя власти. Не поверишь. Высшее образование мешает. Я же агроном, а район сельскохозяйственный. Все ошибки видишь, во все нос суешь, за все болеешь. Был бы я учителем географии, как хорошо. Сказано, познание умножает скорбь. Не глупо. Ну, пошли. Сейчас иду, только чайник поставлю. Даже в город некогда выбраться. Ну, да что поделаешь. У нас там дел по горло, и все успеть надо. В эти дни самая обработка с самолетами. Спасибо авиаторам. Работают, можно сказать, на совесть. Все председатели как с ума посходили. Дай самолеты и все. Почему все? Вон у отца 600 гектаров не обрабатывают. Ну, как дела, ребята? Работали? Неужели вместе? Какая ж тема? Анализ методов выведения новых сортов хлопчатника с применением ЭВМ. Ну, наконец-то столкнули математику с биологией. А я, признаться, думал, что ты совсем уже загнил в своем институте. Тлел, тлел, и вдруг вспыхнул, задымился. И неужели утвердили эту тему вам? Да еще нет. На общественных началах. Он в отпуске, а я по вечерам. Угу. Завтра пробный шар пускаем. Хоть ясно станет, быть или не быть. Только на 2 часа машину дают. Не успеете, говорят, ваше дело. Но мы же тимуровцы. Да. Да чего же стала популярной такая мысль? Полезно лишь то, что нужно сегодня. Все, что рассчитывается хотя бы на год вперед, от лукавого. Не хотел говорить на эту тему, Мурат. Но у меня началась война с твоим отцом. Насмерть. В чем дело? Он вызвал авиацию на экспериментальные участки. Брось. Но там же ученые. Ученый. Парень сидел, аспирант. Пошел в рукопашную по традициям отцов. 15 суток мы чуть не вклеили. А ты куда смотрел? Сатар Усманович сам самолеты вызвал. То есть как это сам вызвал? А ты на что? Ты же власть. Я не власть. Я ее представитель. Один решать не вправе. А он Сатар Сафаров. Знаешь такого? Нет у меня на него власти.
А знаешь, почему я в городе? Мне весь день по кабинетам шею мыли за то, что я не справился с ним. А я с ним ничего не могу сделать. И он это знает. А как же теперь, а? Ну что, мне выговор еще с весны обеспечен. Я знал, что эксперимент снизит урожай в этом году. Так значит, мог получить выговор за невыполнение плана. А теперь получу за срыв эксперимента. Значит, он за урожай борется? Конечно. И правильно. А как он мог не бороться? Стране хлопок нужен. Ты же сам только и говоришь, что надо смотреть вперед. Это в науке, понятно? А здесь практика. Стране хлопок нужен сейчас, сию минуту. Так ведь никто не спорит, что нужен. Мы говорим о том, что небольшая потеря сегодня вернется с лихвой завтра. Кто это мы? Ну, ты. Я. Он о стране думает, о государстве. И о первом месте в районе. Твоему отцу. В его годы. С его положением, когда уже награды вешать некуда. Думать о первом месте по району. Да хоть и по стране. Мог бы уйти на покой. Или на худой конец не мешать новому. Он всю свою жизнь думал о том, чтобы давать стране хлопок. Ему ведь за дело ордена давали. За дело. Если б для славы работал, давно б на пенсию ушел. А он как безумный. В 6 утра вскакивает, носится по полям, горло надрывает. Этот хулиган-энтомолог только о диссертации думает, о своем эксперименте. Это не его, а наш эксперимент. И мы проведем его в другом колхозе. А ты все с ног на голову поставил. Идет научно-техническая революция. Революция. Правильно. Любая революция не обходится без жертв. И Сатар Усманович рискует оказаться в их числе. Ты что говоришь? Я говорю фигурально. А движут революцию. Люди, преданные ей бесконечно. Как этот мальчик, который чуть был не попал в милицию. И Тимур прав. У него порох вышел у твоего отца. Я тоже говорю фигурально. Я пойду чайник посмотрю. Рано еще. Жрать хочется, сил нет. Систалка. Мы заботимся о ваших почках. Иммунитетом к фузаирозному вилту и черной корневой гнили. Радостные вести принесли сегодня хлопкоробы Узбекистана. Я напишу песню. Хлопок, хлопок, хлопок. Давай в шахматы. И еще напишу диссертацию. Хлопок и творчество, творчество и хлопок. Циник, циник, где ты был? Погоди минутку, я сейчас тебя мат закачу. Слушай, может быть, у него хоть сухари есть, а? Ты что, старичок? Он же прекрасный, умный, смелый человек. Он только никак не может признать, что отстал. Гордость не позволяет. Конечно, он любит власть, славу, я же прекрасно понимаю. Но он не понимает, что нельзя руководить по-старому, что так невозможно, что это мешает. Ребята, сегодня вместе встречаем рассвет. Никаких уверток. Ребята, у каждого из нас есть желание. Я, к примеру, хочу стать лысым и богатым, как Коля Тимофеев. И буду. А ты, Сулейман? Я хочу шурпо. Получишь целую кастрюлю. Тимур! А где Тимур? Тимур! Сулейман, ведь машины нет. Смотри. Красиво.
Это земля наших отцов. Вон, видишь? То тутовое дерево. Правее дом. Знаешь, чей это дом? Это твой дом. Там сейчас сладко спит твой отец и твоя любимая жена. Ты знаешь, что она мне сказала? Она сказала, что ей скучно от моей любви. Это она сказала мне. Твоей жене скучно от твоей любви? Я не спрашивал. А ты спроси. Вот поехали сейчас и спросим, где же Тимур? Прошу. Верочка, я решил воссоединить медицину с селекцией. Это же божественное занятие. Найти двух единственных, необходимых друг другу дураков. Вера, иди сюда. Ребята, это женщина, которую я люблю. И она меня никогда не бросит. Ну, а я бы бросила. Да, оставить тебя не на кого. Завтра кончается отпуск. Самый счастливый в моей жизни. Завтра начинается самый счастливый рабочий год в моей жизни. А может, и не начинается. Это зависит от того, как пройдет наша проба на ЭВМ. А самое главное, у меня есть вы. Это не все. Я хотел сказать другое. Я хочу сказать, что история делается не тогда, когда гремят барабаны и когда нас снимают для кино. История делается незаметно, когда подметает улицы, когда покупает кефир, сеет хлопок. Вот сейчас, все время, прислушайтесь, как делается история каждую секунду, тихо. Делаете, Сатар Усманович? А, Вера. Хлопок слушаю. Кого? Хлопок. А, ты не знаешь. По утрам на восходе хлопок просыпается, стряхивает с себя росу, тянется, зевает, как ребенок, и раскрывает свои коробочки солнцу. И тогда над полем идет еле-еле слышный звон. Тлин-чик. Послушай. А, Сатар. Салон, пенсионер. Мурат здесь. Обижаешь, Сатар, обижаешь. Пенсионер подобен лестнице в минарете. И тот, и другой. Извини, друг. Очень спешу. И дело мое важнее жизни. Как к нему пройти? На второй этаж, комната 15. Спасибо. О! Мурат, возьми листок бумаги. Будешь записывать. Сын, у меня беда. Корневая гниль на полях. Хуже чумы. Тебе объяснять не надо. Можешь помочь. Но ты же много знаешь. Ты же сам говорил, что знаешь про хлопок больше всех нас. А может, ты просто не имеешь права говорить? Тогда я пойду и позвоню в правительство. Отец, мне так много надо сказать вам. Я тогда наговорил такое. И вот сейчас, впервые в жизни, вы пришли ко мне за помощью, а я не могу вам ее дать.
До конца опыта не могу ничего сказать. Хорошо тут у вас. Прохладно. Здесь можно и 20 лет экспериментировать. И надоест. Отец, подождите. Не уходите так. Отец, вы понимаете все. Вы умный, вы сильный. Вам не надо бежать за временем, чтобы успеть. Но чем выше скорость, тем дальше вперед надо видеть. Выбирай дорогу только и всего. И ты меня учить будешь. Ну что ж, я готов. Тимура позови. Девчонку эту. Вы все знаете. А Сатар так, лестница в минарете. Что? Отец, не думайте. Ты еще пожалей меня. Но я не пропаду. Я дело знаю. А ты сиди здесь и считай. Все посчитай своей машиной. Только не забудь посчитать кровь, которой политы поля. Не забудь посчитать убитых на каждой пяди. Только как ты измеришь страсть и радость людей, которые сеяли хлопок? И еще научи свою машину измерять любовь, которую мы отдали ему. Рано. Рано ты меня жалеешь. Еще не время. Рано! Отец! Знаю. Я прав не во всем. Но родись я еще раз, я снова бы отдал хлопку свою жизнь. О! Ну, как результаты? Какие результаты? А ты разве не у сына был? У сына. Подожди, ты что, ничего не знаешь? Они же в 2 часа должны загрузить машину. Я из академии сбежал. Сатар, ты отец великого человека. Эх, нам бы с тобой родиться лет через 20 после них. Мы бы горы перевернули. До свидания. Солнце струит, не жалея свет, и воду весна несет. Но хлопок не отвечает нет. Это еще не все. Хочешь, я стану белее, чем снег, но должен мне будешь ты сердце свое посвятить навек, помыслы и мечты. Каждый мой взлет и промах связан навек с тобой. Ты стал моим счастьем хлопок, моим дыханием хлопок, моим безумием хлопок, наградою и судьбой. Вновь я и вновь до зари встаю, чтоб полночь прийти домой. И к солнцу лучше во всем краю тянется хлопок мой. Право об этом сказать сейчас. Добился я жизни всей. Белое золото греет вас жаром души моей. Каждый мой взлет и промах
связан навек с тобой. Ты стал моим счастьем, хлопок, моим дыханием, хлопок, моим безумием, хлопок, наградою и судьбой. Как сердце всегда со мной, заполненным каждый день. Белое золото, шар земной, я бы хотел одеть. Каждый мой взлет и промах связан навек с тобой. Ты стал моим счастьем, хлопок, моим дыханием, хлопок, моим безумием, хлопок, наградою и судьбой.